В Хандаге по инициативе Министерства здравоохранения открылся центр здоровья. Он стал 12-м по счету по всей республике. Его главная задача – диагностика факторов риска у здоровых людей, чтобы предупредить болезнь заранее. Подробности далее. Центр открылся в районной поликлинике, красивом и уютном здании. До открытия на базе профилактического центра медицины были обучены специалисты, врач и медсестры. Кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Обследоваться здесь могут не только жители Тампонского, но и близлежащих районов. Целью данного центра здоровья является именно скрининг факторов риска у здоровых лиц. Это чтобы предупредить болезнь заранее. И я думаю, что этот центр оправдает доверие Министерства здравоохранения. К центру здоровья сейчас очень большой интерес. Ожидается много пациентов, кому не безразлично состояние собственного здоровья, поскольку обследование здесь будет проводиться бесплатно. Здесь можно будет узнать биологический возраст, объем воздуха, которым вы дышите, насыщенность кислородом, уровень глюкозы и холестерина в крови. У нас вредные факторы – это курение и алкоголизм. И мы будем стараться мотивировать, изменить образ жизни и отказаться от вредных привычек. Необходимость в профилактическом центре, как показывает статистика, назрела давно. Теперь остается надеяться, что пациентам будет намного легче поддерживать здоровье, не выезжая в столицу. Нина Ханарова, НВК Саха, Хандыга.